обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу. Minister of Defense of the Russian Federation, General of the Army Sergei Shoigu. Товарищ министр обороны Российской Федерации, участники чемпионата мира танкового биатлон 2014 построен главный судья соревнования генерал-лейтенант Петров. Здравствуйте, товарищ! Здравия желаю, товарищ министр! Уважаемые участники танкового биатлона 2014. Дорогие друзья, сегодня здесь, на полигоне Алабино, стартует первый чемпионат мира по танковому биатлону. Dear participants in the Tank Biathlon 2014, dear friends, today here at the Alabino Military Training Area, we begin the first ever World Championship in Tank Biathlon. Это событие без преувеличения можно назвать новой страницей в международном военном сотрудничестве. This event can safely be called a landmark in international military cooperation. В условиях непростой международной обстановки предстоящие состязания призваны содействовать укреплению доверия и взаимопонимания между вооруженными силами разных стран. Within the background of a challenging international environment, the forthcoming contest seeks to facilitate confidence building and enhance mutual understanding between the military of various nations. Чемпионат является убедительным свидетельством стремления и готовности России к развитию межгосударственного партнерства в военной сфере. The championship is a convincing testimony of Russia's aspiration and readiness to develop interstate partnership in the military domain. Подтверждение этих слов хочу объявить о том, что 1 августа этого года зарегистрирована международная общественная организация Федерация танкового биатлона. As a proof to the aforesaid, I'd like to seize the opportunity and announce the establishment of the Tank Biathlon Federation as an international not-for-profit entity on 1st of August this year. Без сомнения, создание этой организации придаст новый импульс развитию танкового биатлона как военно-прикладного вида спорта, будет способствовать популяризации этой спортивной дисциплины на международной арене. No doubt, the organization will do its best to provide an impetus to the development of tank biathlon as a military kind of sport and take efforts to popularize the activity on the international arena. Дорогие друзья, сегодня в честной и в то же время жесткой борьбе сойдутся лучшие танковые экипажи из 12 государств Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Dear friends, the best tank crews from 12 European, Asian, African and South American countries will engage in a fair and tough struggle today. В течение 12 дней они будут состязаться в искусстве вождения грозной техники и выполнении сложных огневых упражнений. They will be competing in driving formidable combat vehicles and performing complicated firing exercises within the next 12 days. Для проведения соревнований российская сторона предоставила 10 командам танки отечественного производства и необходимое количество боеприпасов. The Russian army has provided 10 teams with Russian-made tanks and sufficient amount of ammunition to take part in the contest. Кроме того, Министерство обороны организовало подготовку танковых экипажей всех стран участников чемпионата. Moreover, the Ministry of Defense has organized preparatory training for all participating teams. Для состязаний в боевом мастерстве полигон оборудован сложными препятствиями и огненными рубежами. The military training area was equipped with challenging obstacles and firing ranges to test various combat skills. Построенная трасса позволит не только определить уровень подготовки экипажей, но и испытать на прочность бронетанковую технику. The newly built raceway does not only allow estimating the skills of the tank crews, but also testing armored combat vehicles to their limits.
Для объективной оценки результатов состязаний создана Международная судейская комиссия, в состав которой вошли представители всех стран, участниц данного биатлона. We have set up an international jury, including representatives of all participating nations, to give an impartial assessment of the team's performance. Дорогие друзья, не сомневайтесь, нас ждет запоминающееся и увлекательное зрелище. Dear friends, I do not doubt that it will be a memorable and fascinating show. Уверен, что участники соревнований продемонстрируют волю к победе и крепкий командный дух. I am sure that the participants in the championship will display strong team spirit and the will to win. Пожелаем им удачи в предстоящей борьбе и пусть победит сильнейший. Let us wish them luck and may the best team win. Чемпионат мира танковый биатлон 2014 объявляю открытым. Hereby, I declare the Tank Biathlon 2014 World Championship open.